Сычевка – маленький город на северной окраине Смоленской области. Не город воинской славы. Его не удостоили этого высокого звания, несмотря на то, что в боях под Сычевкой отдали своей жизни десятки тысяч наших солдат. В августе 1993 года при проведении поисковой экспедиции в Воронке были обнаружены останки и солдатский медальон нашего земляка, уроженца Саратова Алексея Осиповича Огурцова. Нас не смогли найти в те далекие 93-е годы, потому что, ну, может быть, ситуация такая была в стране, как бы не очень это кому-то нужно было. И вот сейчас, когда нас отыскали, теперь мы можем поехать на могилу. Мы, конечно, обязательно это сделаем, потому что у нас есть там друзья в городе, и мы обязательно туда поедем. Отыскать родственников красноармейца помогли сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Саратову. С такой просьбой к ним обратились смоленские поисковики. В кратчайшие сроки оперативники нашли дочь и внучек солдата Огурцова. В торжественной обстановке медальон, теперь уже ставший семейной реликвией, начальник городского управления Андрей Чепурной передал родственникам. Внучка Наталья признается, в их жизни произошло настоящее чудо. Хотели бы сказать слова огромной благодарности, во-первых, тем людям, которые занимаются розыском погибших во время войны, и тем людям, которые нас разыскали через столько лет. И как бы, ну, я никогда не носила такую фамилию, а нашли именно меня. У меня просто нет слов. Археологи, отряды искателей, представители законодательного собрания Смоленской области в адрес Управления МВД России по городу Саратову выразили благодарность за неоценимый вклад в дело укрепления связи поколений и патриотическое воспитание молодежи. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.